дороге, как будто поезд проезжает вот возле леса, прям по макушкам таким эхом несется. Вот сейчас мы вниз спускаемся, будем, наверное, проходить в ту часть долины, где мы в прошлый раз были, только там мы были у широкой части, здесь будет узкая. И все, дальше наверх за грибами. Ленка, какой-то гриб вижу маленький, не знаю. Какой-то гриб видел только что. Блин. Нашла гриб. А, это и есть, да? Мышонок. Мышонок, да. Они, шляпки у них голубые, в отличие от остальных грибов. Вот. Я вижу там коричневый, это не мышонок. Такое все такое. Да, спускаемся вниз. Ну, прошлый лес, когда мы делали подъем, возвращаясь уже из леса, мы, собственно, мыша чуть-чуть находили вот именно здесь, на подъеме. Казалось бы, людей уже много прошло, а мы шли и находили мышата. А вот сейчас как бы тоже... Вот, Ленка, тоже мышонок растет. Тебе нож давать какой-то наш? Там, смотри, нож он есть. Один и второй. Кстати, большим ножом очень это здорово пользоваться, потому что это им хорошо подлезаешь под иголки. Смотри, пожалуйста, вон еще Ленька один за сбоку. Вот это? Вот сюда. Тоже мышонок. Съедобные грибы. Ленька, стой, слушай. Камеру выключаю, потому что, ребята, нам нужно будет резать мышата, потому что их здесь немерено. Там. И вот здесь внизу, это тоже мышонок. И вот тут внизу. Серый, посмотри. Что там? Мышата. Красивые? Да. Здесь их много, здесь я боюсь их вообще их подавить-то. Вот. Вот они. Красота. Мы же за ними приехали. Да. Вон там еще растут. Да. И вот он еще растет один в траве. Вот он, вот он. Он еще маленький растет. А вот еще тут полянка. Боже, ну слава богу, мы пришли к грибам, хотя бы таких набрать. И они вкусные, они реально вкусные. Вот еще мышонок, это уже большой, ну, тоже будет хорошим. А здесь кто-то уже строгал, но строгал, видно, не в этом году, ну не в этот день, не сегодня. Это было, наверное, те выходные. Вон тоже мышонок растет. Вот он один растет. Вот он второй. И вон там третий, вон, ребята, растет. Все, начинаем стричь. До связи. Ну да. Крепенький, маленький, синенький грибочек. Я не знаю, что он напоминает, какой вкус. А, ну, мне кажется, как похож на вишенку, да, Ленка? Не, он не. Нет, а как, что? Он более плотный. Вот еще. Что такое? Ага, петушок? Журавок? Или журавчик? Журавчик, резь потом пониже его. О, хорош. Один. Да, еще есть. Два. Сейчас. Тихонько. Ты меня чуть камеру не порезала. Чуть не лишила меня сказочного детства игрушки.